приятно, что она вам понравилась. Мы старались, не всегда получалось, чтобы светило солнце и было теплое море, но мы старались, уж поверьте. Грели как могли. Если бы не надписи на костюмах, и не разберешь, кто здесь представитель России, а кто из Республики Беларусь. Соревнования проходили в нескольких номинациях, но без медалей не уехала ни одна команда. Чтобы попасть на это мероприятие, наши студенты принимают участие в чемпионате ССК. В этом году в нем принимало участие 24 тысячи человек. И вот лучшие из этих ребят, из любителей спортсменов, они сюда приехали. Впрочем, приехали сюда ребята не только помериться силами. Главное, признаются участники, получить новые впечатления и завязать знакомство. За 15 лет в спартакиаде дружественных государств приняли участие десятки тысяч ребят. Задача вузов – организовать студенческий спортивный клуб, провести крутые соревнования внутри своего вуза, чтобы их команды поехали на всероссийские чемпионаты ССК России. География российской делегации весьма обширна. Москва и Санкт-Петербург, республики Адыгея и Бурятия. Кубань, представленная тремя вузами, отличилась в эстафете и гиревом спорте, заняв призовые места. В следующем году принимающей стороной будет Республика Беларусь. Власта Царева, Михаил Григорьев, Анапа регион.